О, привет. Привет. Какой овощи? Я на тебя. Ладно. Почему не одеваешься? Из-за твой Кира втроилась? Ну, конечно. Уже третий подряд. Не знаю, что теперь мама со мной сделает. Ладно. Тогда не буду тебя еще больше расстраивать. Что значит не буду тебя расстраивать? Ну, это ничего. Ты мне подруга или кто? Если начала говорить, то рассказывай. Ну да, это может еще и неправда. Мало ничего болтает. А кто болтает? Обо мне? Не. О моем Славике? Ну да. Ну и ничего не значит. Наполтать могут всякой, ты же знаешь. Ну, не тяни ты, рассказывай. В общем, его видели с Санькой. Как? С Карповой? Да, и под ручку, и за плечики, и еще. Хватит, смолчи. Сабина, есть еще одно. Ну что еще? Помнишь, ты мне флешку с фильмом давала? Так вот, я ее потеряла. Да какая там флешка, Лия? О чем ты? Это такая ерунда. А вот Славик, скотина такая, предатель. Как он мог? Как только мог. Сабин, извини, наврала я пред Славика. Ни с кем, кроме тебя, не встречается. Я нибудь тетрадку случайно увидела, все сердечком зарисовано, видите? Сабиночка. Как ты могла? Ну, хоть ты свинюшка, но как же я тебя люблю? Как же я люблю Славика? Ну, твою флешку и на самом деле потеряла. Да какая там флешка? Потеряла? Да ладно! Зато мы Славик со мной. И все-таки не пойму, зачем ты мне по Славику наврала? Честно? Чтобы ты меня за флешку не сердилась. А при чем тут флешка? Я ведь не сержу, сказала же. А вот потому и не сердишься. А если бы я просто признала, что я потеряла, то вряд ли бы ты обрадовалась. Ну, наверное. И что? Короче. Это вроде такой притчи. Как большая неприятность делает маленькую еще меньше, а большая радость ее совсем закрывает. Постой. То есть я расстроилась из-за Славика, и потому мне стало не до плашки, а когда обрадовалась, что у нас с ним все в порядке, так и рвать овошки мне и в голову не пошло? Ну да. А ведь ты мне свои притчи, хорошие идеи, подала.
Ну и что ты хотела мне сказать? Ты же Славика знаешь? Да, с которым вы дружите? Что с ним случилось? С ним все в порядке. Ну и? Мам, мы с ними решили пожениться. Что? Ты что, с ума сошла? Пожениться? Тебе 17 лет. А как же школа? Мама, нам придется пожениться. Придется? Как? О, Боже. Да, придется. Потому что не даются мне знания. И кому я буду нужна безграмотной? Ну почему безграмотной? Да потому что я сегодня опять получила двойку. А Славик сказал, ему все равно, что он меня и такое любит. Вот и нужно срочно выходить за него, пока он не передумал. Так ты не... Конечно нет, мама, ты что? О, как ты меня напугала. Когда у людей возникают отношения, никто друг другу в аттестат не заглядывает. Так что, знаешь, выбрось эти глупости из головы. А насчет пожениться? Сначала вырасти надо. Можно нам и правда подождать? Да, наверное, ты пала. Сначала закончим школу. Даже если двойками. А там посмотрим.